Весна, время начала благоустройства города и уборки зимнего мусора. Все это начнется сразу после наступления плюсовой температуры. Как сообщил сегодня мэр города, в первую очередь на дороге будет носиться пластиковая разметка. Но пока стоят морозы, мэр Юрий Шалабаев во время объезда проверял, как вывозят снег. Да, у меня, когда я опубликовал, что я поеду, как она проверила, в том числе вот по Карлу Маркса, сообщение, что снег на озелененные зоны, то есть портит деревья и так далее. Грязный снег, ну видно, действительно, вот эти кучи, они могут и деревья испортить. А здесь вообще он заезжал, видите, остался. Здесь куча была больше, мы ее половину вывезли, вот эту кучу остатки расширили, но надо, мы доберем. Тракторист, когда работал, где их? Ну, во-первых, добирайте то, что есть, чтобы здесь ничего не поплыло, ворошите и вывозите. Хорошо. На следующей неделе плюс. И, конечно, на следующую зиму нужно акцентироваться на вывозе снега. Нужно в порядок привести, понятно, что здесь ямочным ремонтом можно обойтись, да, но внимание эту улицу взять, новую территорию. Хорошо. Проблематика в целом везде одинаковая, да, глава районов знает, что делать, дал им поручение приводить в порядок, не дожидаясь традиционного месячника по благоустройству. Уже на следующей неделе погодные условия будут позволять делать определенный вид работ, будут выходить подметальные уборочные техники, когда наступит устойчивая положительная температура, также выйдем на нанесение дорожной разметки.